Мы в эфире. Вообще, я подумал, я же мог, по идее, как-нибудь, наверное, с компа подрубить. Потому что я же в этот раз не буду его выключать. Но у меня слишком короткий кабель. Неприятно о таком говорить, конечно. Но у меня слишком короткий кабель от камеры до карты захвата. Наверное, надо прикупить подлиннее. Никак не дойду до магазина. Крутой ракурс. Это я его буквально поставил так, потому что у меня здесь зарядка, типа, и дальше провод от зарядки не тянется. Надо будет что-то придумать. Типа, это тот же ракурс, который, с которым я в прошлый раз стримил. Потому что здесь розетка, и здесь кабель. В общем, для тех, кто не в курсе или не умеет читать название стрима, у Кати сегодня день рождения, поэтому все поздравьте Катю. Ей будет очень приятно. Ей исполнилось 20 с чем-то лет. И в честь этого мы будем собирать ей пеку. Погоди, что? К вам скоро приедет посылка. Ой-ой. Чат сейчас стрим отрубался. Мне надо открыть свой стрим на фоне, чтобы я знал, что вообще у вас как происходит. Ой, это я. Это я. Вот это вот, вот там вот это я. Блин, это как-то странно. То чувство, когда мне тоже будет скоро 20 с чем-то лет. У меня все повисло. У вас так же или нет? Нет, все нормально. Фига, у тебя грива отросла. Есть такое. Это они еще немного мокрые. Они потом еще сильнее распушатся. Поэтому я и хожу всегда с хвостиком, они уже слишком длинные. Так вот, мы сегодня чат будем собирать пеку. Компьютер мы собирать сегодня будем. Let's go! Вот такой вот корпус. Это мой старый корпус. Для начала мне надо будет его почистить. Он здесь весь в каких-то наклеечках. В каких-то, я слышу, там что-то уже внутри бултыхается. Поэтому сначала надо будет его почистить. Для этого мне нужны салфетки. И мне будет необходим пылесос. Да, кстати, если вы собираетесь закидывать донаты, то они будут работать через Donation Alerts, а не через... Не через Stream Elements, потому что это приложение Donate Alerts, и я не смог найти то другое приложение, о котором вы мне говорили. Вот такие дела. Если чё, вдруг. Так, ну вы давайте, чё вы там? Чё вы там? Важные, что ли? Опускайтесь на мой уровень. Тык, тык, тык. Опа. Сегодня у нас будет стрим под столом. Унизили. Я тоже гей. Найс. Хайповоз остановился на втором уровне. Ваше сообщество отправило 0 подарочных подписок и 0 битс. А нет, 6 подарочных подписок. Ля, какие тапочки. Они у меня уже стерлись все. Я обожаю тапочки. Я не могу ходить по дому, типа, голыми ногами. Как по мне, это какой-то вид извращений. О-оу. А, вот же. Я думал, я вот эту вот штуку потерял, потому что я одну уже потерял. Это вот эти вот, типа, закрутилки для корпуса. Может, кто-то его даже помнит. Это, типа, из одного из старых сетап-туров. Так. Тут еще у меня, короче, куча всяких... Я же одно время работал у своего кореша, и он делал, типа, всякие жижи для вейпов. И это еще когда только-только начали появляться первые вот эти вот вейпы, и мы ездили на всякие, типа... Ну, это не то, чтобы работа была. Это, скорее, я ему помогал, он мне просто немного платил за это. Вот, и мы ездили на всякие конференции вейпроперские. У меня здесь большая часть наклеек, это какие-то вейпы, о которых я вообще понятия не имею, что это такое, и, блядь, я открыл его с другой стороны. Окей. Закрываем. Так, с этой стороны у меня уже поинтереснее наклейки. Ну, вообще не у меня теперь, это у Кати. Опа. Тут даже есть какие-то древние наклейки от Додо Пиццы. Они настолько старые, что они уже выцветать начали. Типа вон. Так, пекич. Чё у нас здесь? Он абсолютно пустой. Это, по идее, просто пустой корпус. И, наверное, надо включить свет. Так как времена у нас суровые, повсюду бушуют разные вирусы, заболевания, мы с
сначала сделаем так, чтобы от этого компьютера нельзя было заразиться коронавирусом. Как вы можете видеть, здесь написано «Stop coronavirus». Это, кстати, на английском. Переводится как «Остановить коронавирус». Вот мы останавливаем коронавирус путем того, что будем протирать сейчас корпус. Чат, успокойтесь со стикером «Flashbang». Чата нету на видео. На каком видео? Подожди, это пух был тополиный. А, точно, он же у нас на балконе стоял год. Точно, точно, окей. А, да, кстати, это может быть немного громко, поэтому вот, если что, имейте в виду. Ну, в принципе, ты здесь особо ничего не попылесосишь. Здесь именно протирать надо. Где мои инструменты? Значится. Мне надо открутить вот этот вот кулер. Кстати! Блин, а тут сверху не поставишь никакой другой. Это, конечно, прискорбно. Но! Это те инструменты с фикс-прайса за 200 рублей. Нет, это языки за 400. И сколько они там стоят, я не помню. Но свою работу они выполняют. Хватит писать стикеры, которые отображаются на экране, их не видно. Чего? Стикеры, которые отображаются на экране. То есть, подожди. Мало того, что ты смайлики на Твиче называешь стикерами, так ты еще и подразумеваешь, что писать их надо только для того, чтобы их увидели в какой-то YouTube нарезке. Я тебя ненавижу, съебись нахуй с этого канала. Спасибо большое. Ты и такие, как ты, это все, что не так с русским Твичом. Жестоко? По-другому никак. Так, вот самое главное, это не потерять болтики. Если мы потеряем болтики... Вообще, кстати, не стопроцентная вероятность, что я его сегодня соберу. Потому что я не прям проверял все, есть ли все в наличии у меня. Но по идее должно быть. Типа я просто навскидку вспоминаю самые главные компоненты, они есть. Типа может не быть какого-нибудь там болтика или какого-нибудь провода. И если их не будет, это, конечно, будет печально. Но я думаю, они есть. Я верю и надеюсь. Так, сейчас я кулер задний откручиваю. Впервые, наверное, в жизни этого корпуса, чтобы его протереть. То он что-то какой-то мега грязный. Юра Ящерка, спасибо за 50. За сколько в рублях пекич собираешь? Погоди, а почему я не видел донат? У вас был донат на экране? Редактор. Добавить. Веб-источник. Адрес? Какой нахуй адрес? Вы что, ебанутые? Я что, его сам вбивать вам здесь должен через телефон? Пуп. Алло? Меня слышно? Мы в эфире. Пицца, спасибо за 50. Привет, стример, желаю удачного сбора пики. Ну так и зачем тебе эта подушка под столом? Это секретный стримерский код или совсем дедовский прикол? Ну ты на нее ноги ставишь, и тебе удобно. Что непонятного? Юра Ящерка, спасибо за 50. За сколько в рублях пекич собираешь? Я не знаю, это почти все мои старые комплектующие. Сколько они сейчас стоят, я понятия не имею. Типа, я покупал за 25 тысяч 10-70 лет 5 назад. Или когда она там вышла. И сейчас она вроде бы даже дороже стоит. Поэтому, по идее, это инвестиция. А сколько остальные комплектующие стоят, я не помню. Короче, это достойный пекидж будет для... Не совсем для стримов. Но зато его потом можно будет обновлять. То есть, допустим, если я куплю себе новую видюху, а я хотел бы себе уже обновлять видюху, то Кате мы просто поставим 1080, ой, 20, какая у меня там, 2080 Ti, всяко лучше, чем ноутбук, плюс перегреваться меньше будет. Вот, процессор там кукурузин какой-то, то ли 1070, то ли 1700, то ли 2700, не помню. Сейчас, короче, узнаем, для меня это тоже открытием будет. Так, тут у меня, короче, вот эти вот резинки, вот эти вот две дырки, они куда-то пропали. Вот я вижу только одну. А где еще одна, я без понятия. Так, и как их вставлять, я тоже без понятия. Поставь фразу снайпера из доты, прибавка к пенсии на донат, раз уж за дедов заговорили. Чат, некоторые из вас пытаются быть смешными, ну типа, когда у вас нет к этому предрасположенности, пожалуйста, остановитесь. Я знаю, вы, возможно, на меня насмотрелись, но я-то стример. Мне-то можно. Этот корпус, он пережил очень много переездов, поэтому на нем достаточно много разных вмятин. Короче, я не знаю, как вот эту пипочку вставлять. Она не вставляется. Может, она вообще не сюда вставляться должна? Окей. Я думаю, Катя переживет отсутствие пипочки.
Никакой пипочки для Кати. Прикольный корпус. Это максимально дефолтный корпус. Это вот была моя цель. Когда я собирал комп, я его буквально на остатки покупал. Кстати, точно, все, я вспомнил. Это мне батя выделил на 18 лет бюджет на мой первый собственный стационарный ПК. Ну, как собственный, учитывая, что он мне выделил бюджет. Вот. Правда, от изначальных комплектующих там ничего уже не осталось. Вроде бы. Он у тебя только 18 появился? А, да. Только 18. До этого я на ноутбуке, типа, делал все. Я и стримил на ноуте, и видосы делал на ноуте. Получается, первые года 2-3. Ну, там такой, кстати, ноут-то был неплохой. Я помню, я в него даже, на нем даже в батлу третью играл. И нормально было. Sony Vaio какой-то. Они тогда вроде бы популярными были. Если я не ошибаюсь. Я еще здесь нашел свой старинный жесткий диск HDD, который я не форматировал. И я очень хочу его, короче, засунуть вот в свой нынешний пекич и посмотреть, что на нем есть. На нем, скорее всего, потому что будут разные старые видосы, не смонтированный материал. Я не знаю, год за... Когда я вот этот вот пекич собирал? Года 3 назад, наверное. Короче, там должен быть не смонтированные видосы за 2000 какой-нибудь 19-й, может быть. Может быть, даже видос, который я удалил, потому что я много видосов снимал и удалял. Было бы прикольно посмотреть. Конечно, еще и кринжатина была бы, та еще. Но все равно прикольно было бы. Так-то там пыли не так уж и много. Я думал, ее будет больше. Комп стоял 2 года на балконе. Все намного хуже, чем мне казалось. Это, скорее всего, был мой последний корпус, с которым стоял дисковод. Я помню, я купил самый дешевый дисковод, просто вот который я смог найти. Это пиздец, как он тарахтел. Я там, когда засовывал в него диск, он шумел так, как будто бы, я не знаю, там какие-то вычисления производились, словно он пытался ракету в космос отправить. Качество звука, как всегда, топ. Говоришь, как живой? Это типа... Ты типа сейчас выебываешься или что? Тебе типа, ну это... Пизды дать? Или что? Звук как звук, телефон же. Дай. Ты чё? Ты чё, Ладно, ладно. Не боись, не боись. Нормально, не трону тебя. Прикольный звук. Я не знаю, что люди ожидали от стрима с телефона. А еще я не знаю, что вот это такое или чего оно нужно. Может, это для SSD-шников? Кстати, делайте ваши ставочки. Ну, не буквально, в смысле, а в голове делайте ваши ставочки. Сколько это займет у меня времени. Потому что я, опять же, рассчитываю, что максимум 2-3 часа. Я надеюсь, мы не затянем на 5 часов, потому что я хотел бы еще установить винду успеть сегодня. Чтобы, короче, сегодня комп уже полностью был готов, там, типа, монитор подключить, клавиатуру, чтобы Катя уже могла на нем, типа, сегодня сидеть. Хотя бы ближе к полуночи. Потом, может, кстати, вам, если время останется, сетап-тур какой-нибудь проведу, потому что, я думаю, уже как-то никому и не интересно делать именно видос на канал, поэтому пускай здесь хотя бы будет на канал с нарезками попадет. Такс-такс-такс. Еще вроде бы вот эта панелька должна сниматься, передняя, но я не знаю, как ее снимать. Поэтому чат, если кто-то из вас знает, как ее снимать, поделитесь со мной. Потому что я не знаю, как ее снимать. Может, вот так вот, типа... Может, как-то снизу? О. Так, это другая панелька отвалилась. Но она как будто бы... Ну да, она типа отходит, но я боюсь, типа, сломать ее. Я не уверен, что так должно быть. Потому что там есть слоты под кулер. Я их вижу. А, нет, нету слотов под кулер, я их не вижу. Я вам наврал. Он не знает, мы не скажем. Ладно, окей. Я не буду его ломать. Так и быть. Так и быть. С этой стороны тоже, наверное, надо протереть немного. Салфетками Stop Coronavirus. Устанавливаем коронавирус. С каждым протиранием умирает одна клетка коронавируса в мире. Не благодарите, чат. Не благодарите. Все для вас. Янвер, спасибо за 150. Уже в курсе о покупке Activision, Blizzard, Microsoft. Как к этому относишься? Никак к этому не отношусь. Я не... А, нет, стоп. Негативно отношусь. У меня есть акции Microsoft, и они упали. Вот. Поэтому негативно к этому отношусь. А так, по хуям абсолютно. На игры это никак не повлияет, кроме того, что
В плане какой-нибудь оплаты, там, типа... Game Pass, короче, может, типа, в Game Pass какие-нибудь они игры засунут. Сами, ну, типа, игры геймплейно вообще никак не поменяются от этого. Microsoft, они как бы просто инвестируют, они не покупают с целью как-то лезть в разработку игр. Корпа! Но, кстати, я успел продать акции Близов до того, как они обвалились, и даже учитывая, я вот вчера смотрел, даже учитывая их скачок вчерашний на 30%, я все еще в плюсе. Если бы я их не продал, то есть я был бы в минусе до сих пор, даже учитывая вчерашние события. Так что не инвестировал в говно, чат. Понятно? Корпа! Так, уф. Вы посмотрите на этого красавчика. Вы посмотрите на него. Вековой слой пыли. Для меня это какой-то... Для меня уборка это типа какой-то вид АСМР. Мне нравится убираться. То есть мне не нравится сам процесс, но мне нравится результат. Потом в конце ты смотришь и такой типа, чистота. Вот это я молодец, вот это я поработал. Вот даже на примере вот этого вот кулера, вот какой он был, я его сейчас протру, и какой он станет, как новенький. Кайф-балдеж. Так это не АСМР? Ты чё, сука, самый умный, что ли, или чё? Я тебе тут душу раскрываю, а ты мне в неё срёшь. Ты охуел? Кстати, чат, у вас донаты проигрываются или нет на стриме? Нет. А почему? Джои Веллард, спасибо за 50-ку, стримерку, чат. Привет. А я ебу, к тебе вопросы. Чат, почему я все должен, типа, делать? Почему всегда я должен быть виноватым вот у вас? Вам самим не кажется, что это как бы, ну, уже, ну, по-детски? То есть всегда во всем виноват я. Вы никогда не берете на себя никакую ответственность. Пора бы вам повзрослеть, чат. Потому что ты стример. Это все отговорки, чат. Это все отговорки. Вам пора повзрослеть. Научитесь принимать ответственность. Мы буквы? Что ж, с этим я не могу поспорить. Бис, спасибо за 50 раз зашла речь про старые видосы, то спрошу. Твой кринж к старым видосам не перерастает в какую-то любовь со временем? Это типа, это так плохо, но блин, я с этого начинал, как мило. Не, ну я как бы понимаю, что... я не знаю. Отстань. Со временем, да, типа, уже не так ловлю кринжулю. Но я не знаю из-за чего. Взрослею, чат. Взрослею. Мне уже целых 16,5 лет. Не, ну вы гляньте, вы просто вот вы посмотрите, какие вот эти вот два грязные и какие остальные теперь чистые. Разве не лепота? Я еще думаю, может сегодня, типа, если совсем ёбнусь, может еще клаву почистить. Она, кстати, заработала после вчерашнего. Не знаю, почему она вообще вчера отрубилась и сломалась. Но сегодня она заработала. Но после того, как я Катину затестил, мне все равно ее хочется поменять теперь. А что вчера было? А вот надо было на стриме сидеть. Я что здесь вообще для всех мишень на этом сервере или что? Сюда, Дон хуила, блядь. Что происходит? Что или... Что происходит? Алло? Блять, у меня персонаж всегда теперь вправо идет, я не могу его остановить. У меня, походу, все, клава отлетела. Пиздец. Я альтабнулся, у меня все закрылось. Это, походу... Блять, ну нет, 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 нет. Сука. Сука, стой. Хилься. Он не хилится. Животное, блядь. Спасибо. Подожди, у тебя какой провод? Катя, покажи мне провод. Какой провод? Нет, другой конец провода покажи. Это Type-C. А у меня не Type-C. Окей. Пит-стоп. Так, я меняю клаву. На ходу. Так. Это не надо. Ты сейчас упадешь. Нет, я не упаду. Кстати, поправь персонажа, если он падает. Я, короче, изменю, чтобы он шел теперь наверх. Окей, все, уйди. Смена клавиатуры, быстро! Так. Так. Так нет же, так...
чатик, привет. Почему она не вставляется? Я вот SSD-шник купила. Быстрее! Тебя бьют. А ты убегаешь от зоны. И чё, она не работает? Я же её подключил. Ну, если ты её подключил, она должна была зажечь. Катя, уйди отсюда! А где тайп-си? Ты же говорила, она тайп-си. Ты же мне показывала. В смысле? Вот. Во, всё. И чё, она не работает? Всё, брысь. Ну ты спасибо, дом. Спасибо! Я тебя люблю, Катя! Ой, у нее классная клава. А лучше, чем моя. Я не успею добежать. О-о-о! А вот так вот, чат не говорите ему. Не рассказывайте. Это наш маленький секрет. Но я думаю, пойдет. Я думаю, чисто. Неплохо. Я хочу попробовать разобраться с... А почему не... Ой, блядь, я вспомнил. Здесь же сейчас телефон перегреется, и он, короче, не будет... Пробует. Он сейчас перегреется и не будет, короче, ничего делать. Я что-то сейчас слышал, как будто я сам себя слышал, но у меня вроде бы... Стрим нигде мой не включен, поэтому непонятно. Тут Авилоу битсы кидает? О, Авилоу, спасибо большое за 400 битсов. Сори, у меня алерты на битсы, у меня сегодня их не будет. Если что. Походу, у меня вообще никаких алертов сегодня не будет. Но у меня типа донаты открыты, сапки открыты. Я их как бы вижу, просто алертов не будет, видимо. Юра Ящерка, спасибо за 50. Пару недель назад собирал себе пику, получилось без видюхи и жестких дисков. Одна оперативка на 16, но с проводами задолбались. Кстати, стрим на нем пошел без лагов и пикселей. Не, ну если для таких целей собирать, типа посмотреть стрим, то тогда, наверное, подойдет. Авилоу, спасибо за еще 100 битцев. Бигзу Рахмет, спасибо. Афанасий Брух, спасибо за 4-й месяц. Анастсайт, спасибо за подписку. Добро пожаловать. Ну, Ем, спасибо за ресапчик. И Дед Болдет, спасибо за подписку. Бигзу Рахмет. Так. Окей, мне осталось только вот эти боковые панельки протереть. И можно приступать к самой сборочке. Лёша, как относишься к покупке комплектующих с AliExpress, если мало денег? Я вообще всегда считаю, что если мало денег, лучше копить, а не покупать дешёвое. Потому что это дешёвое, по факту, дорогое. Потому что прослужит оно дольше, и ты будешь тратить больше денег, просто заменяя его постоянно. Я не знаю. Я бы сказал нет, я бы сказал не стоит. Но по-любому появится в чате чел, который... А у меня весь ПК собран с AliExpress, и он у меня уже живет 15 лет, и все работает вообще ни единого изъяна, пошел нахуй. Первое, что надо сделать? Надо поставить на материнку процессор и кулер. Сейчас я их принесу. X и вот X. Ой-ой. Чат стрим идет. У меня вот только сейчас, помните, я тыкал в экран? У меня вот только сейчас переключилась херня, из-за которой я тыкал. Так, это кулер. Старенький Noctua, но неплохой. Это не для него. Это для меня. Звонок для преподавателя. Так, вот его вертушка. О, блин. Теперь надо вспомнить, как ее здесь закреплять. Здесь должны быть вот такие вот, вот такие вот скобы. Только поменьше. Ё-моё, я так надеялся, что мне никогда не придется залезать вот в этот ящик. Так, одну скобу нашел. Теперь мне нужна вторая. Чё у меня тут только нет? У меня тут какие-то... Вот это у меня хуйня есть. Это тоже от какого-то кулера. Вот это у меня есть. В душе не ебу вообще, чё это. Какие-то болты у меня здесь есть. Вот это вот, что такое, чат? Кто в курсе?
Вот это вот. Это тоже как-то с компом связано. Какая-то коробка таинственных приколов компьютерных. Лего? Какое нахуй лего? Чат, это не лего. Где вторая скоба? Вот она! Вот она, я ее нашел. Она зацепилась за наушники. За провод от них. Так, окей. Самое сложное будет сейчас это, типа, найти. Типа, не собрать ПКУ, а собрать все приколы, которые где-то запрятаны. Так, что там, как получается? Типа, вот так. Что дальше? Как там это делается? О, нет, у меня нету инструкции на этот раз, поэтому... Ну, вроде бы вот так вот. И потом, типа, вот так вот. Если я не ошибаюсь. Ну, как бы держится. Ну, и нормально. Держится и держится. Сейчас мы еще с другой стороны сделаем так, чтобы она держалась. И вообще будет замечательно. Оп, оп-оп. Так, окей. Затем... Вот так. И что-то она не хочет залезать. А во. Изи. Изи. Легчайшая. Окей, кулер есть. Кулер есть, мы его положим пока что сбоку. Чтобы не потерять. А то, что барахтается, это ок. Там ничего не барахтается, ты мне врешь. Так. Пом-по-до-до-дом. Это моя старая материнская плата. Так-то тоже неплохая. Эх. Она не хочет вылезать из пакета. Да ёб твою мать. А, вот. Вот эта штука даже вроде бы светится, так что... РГБ. Между прочим. Такс. Я вижу здесь небольшие сопли от термопасты. Замечательно. Прекрасно. Вот этот чип весь поцарапанный. Я надеюсь, он нам не нужен будет. Вот здесь очень много царапин, но это пластик. Это ничего. Это нас не интересует. В остальном... Даже вот эти вот защелки все рабочие. Я их очень люблю ломать просто на материнских платах. Ну как, не я, они типа сами ломаются. Я-то здесь ни при чем. Может, ставку запустится пока с первого раза или нет? Нет, с первого раза он точно не запустится, потому что на нем не будет винды, потому что это чистый жесткий диск. Ну, то есть он как бы запустится, но там надо будет винду сначала ставить. Но если вы просто типа про сам запуск, то тогда, ну, наверное, можно. Так, ну, короче, все вроде бы нормально с этой материнкой. Мы ее пока отложим. Что у меня здесь? Здесь у меня всякие кабели... Это вот что такое? Это для жестких дисков. Это в душе не ебу или зачем? Это тоже без понятия. Это также не ебу. А это хомуты. И один одинокий болт. И кто-то к нам пришел. Это мы пока что убер... О-о-о-о, я забыл. В компах же стоят блоки питания. О, нет. Макулатура. Это тоже макулатура. Кабели. Просто повсюду кабели, сука. Так, история данного кулера. Рассказываю. О, здесь еще и проводы. О, еще хомуты. О, вот это залупа. Все еще не знаю, для чего они нужны. Вроде бы они должны поглощать запах. Throw away, do not eat. Десикант, силика, гель. Это, наверное, чтобы, типа, перекусить ими. Типа, ты когда собираешь пику, ты проголодался и быстренько перекусил, и можешь сразу продолжать дальше собирать. Ну ладно, я пока что не голодный, поэтому чуть позже. Приправа для доширака. Ну, я так и подумал. Так, что-то у меня здесь уже много всякого хлама повсюду. Мне его некуда складывать. Так, вот этот вот бигбой. Короче, рассказываю. Как-то раз
Я... А что я делал как-то раз? Я не помню. А вот это зачем? Это откуда вообще здесь? ХДД LED, P LED, Power SESV. Окей, это точно такой же, как вот этот кабель, только он почему-то отдельный. Как-то раз. Это, кстати, тоже на стриме вроде было. Я то ли чистил ПК, то ли я что-то там менял. Да-да-да-да-да, я видюху ставил новую. Или нет, или не видюху, материнку. Короче, говоря вкратце, я пошел покупать новый блок питания, потому что я думал, что этот не подойдет. И угадайте, что я сделал. Я купил точно такой же. Ну, типа, не прям точь-в-точь, типа, не марка та же самая. Он как бы... У него столько же питания и столько же разъемов. Суть была в том, что мне нужен был тот, в котором больше разъемов. Или типа того. Больше, типа... Каких-то из вот этих, короче, кабелей больше. Но, как оказалось, я сделал это не зря. Потому что, видите, он теперь пригодился. Так что... Все было не зря. Пока ее туда переложим, а тебя сюда переложим. Куда ставится у нас блок питания? Блок питания у нас ставится куда-то вот сюда. Как-то он вот здесь вот у нас ставится такой вот и стоит. Но его, наверное, закрутить как-то надо. А, да, вот. Здесь вот такие вот штуковинцы. Окей, это значит, что мне нужны болты. Болты. Я же, наверное, как умный человек, положил болты для него в коробку. И для него же, да? О, и действительно. И действительно. Вот это я молодец. Леш, в Японии начали продавать лутбоксы с видеокартами. То есть... Возможность приобрести коробку со случайной видеокартой появилась на японском интернет-магазине Amazon. Цена лутбокса составляет... 14 тысяч йен, около 10 тысяч рублей. За эти деньги покупатель точно получит видеокарту, но существует большой шанс, что она окажется устаревшей. Согласно описанию товара, у каждой серии адаптеров есть свой шанс выпадения. Серии GeForce 3000 Radeon RX 6000 2%, GeForce 2000 Radeon RX 5000 4%, серии GeForce 1000 Radeon RX 500 8%, серии GeForce 900 и Radeon RX 316% и другие видеокарты 70%. Продавец не уточнил, какие именно графические ускорители подразумеваются под ними. По его словам, все видеокарты находятся в рабочем состоянии, но некоторые из них уже находились в эксплуатации. Катя, зачем ты мне читаешь всю статью? Я понял. Приобрели уже около 10 тысяч лутбоксов. И сколько из них нормальные видеокарты? Не уточняется. Там, наверное, видеокарта от Intel еще есть. Нет, они, кстати, нормальные вроде бы делают. Да. Нет, ну типа начнут делать, пока что не делают. Какая-нибудь видеокарта от Intel 2000 года. Одна из самых первых. Там Сбер мне Эльдомаркет, хоть я и отменила диск, они его сегодня попытались привезти. Но я не приняла. В смысле, они тебе пытались спарить тот диск, который ты отменила заказ? Да, мне сейчас курьер приехал. Mm-hmm. Хорошо, что я посмотрела этот самый, иначе бы они просто отменили возврат и не вернули бы мне деньги. Что я отравителя посмотрела. Так, окей. Блок питания... Блок питания был поставлен. Но как я ненавижу все эти провода, господи боже мой. Однажды я уверен, мы будем жить в мире, где не будет проводов. И это будет прекрасный мир будущего. Так, окей, блок питания есть. Дальше. Мы ставим на материнку процессор и кулер. Это чат. GeForce RTX 2080 Ti. Коробка на Авито стоит целых 500 рублей. Блей. А внутри у нас находится самая настоящая, неподдельная 10 70 не Ti.
Не, ну да, сейчас как бы учитывая цены, 10.70 это еще неплохо. Конечно, не вершина мечтаний, но средненький, я думаю, вытягивать будет в большинстве игр. Вот такая вот старушка моя, старенькая. Первая видеокарта, которую я купил полностью на свои деньги. Пахнет неприятно. Пахнет старостью. На удивление чистая. Окей. Я не знаю, зачем я ее, кстати, сейчас достал. Она мне сейчас не нужна. Нахуя ее нюхаешь? Я люблю нюхать. Всякое. Предметы всякие, в смысле. Я не наркоман, честно. Процессор. Ууу, 2700. Я думал 10700, кстати. 2700 это очень даже. Это очень даже. Вот такой вот кукурузин. Такой вот процессор. Так-то неплохую пику мы, Катя, собираем. Однако. Не подведи нас, 60% поставили на первый запуск. Не, ну типа это не первый раз, когда я собираю пику. Почему-то очень многие думают, что я не знаю, как что делается. И ожидают, что все просрется. Хотя, по идее, пойти не так ничего не может. Я как бы профессионал своего дела. Подожди, это что такое? Блин, я вам не смогу показать, но видите? По бокам, вот это вот, да, типа, видите? Я думал, это термопаста. Засохшая. Но это не похоже на термопасту засохшую. Это как будто бы он по периметру весь. Он как будто бы облез. Я не знаю, что это, но я надеюсь, что это все-таки не механические повреждения, скажем так. Все норм, это не помешает. Окей, ну я надеюсь. Такс. Мы вставляем. Все, вижу. Вот так вот мы. Бум. Бадабим. Бадабум. Так, процессор установлен в материнскую плату. Вы слышите этот звук? Там как будто что-то внутри есть. Strix B450F Gaming. Чат, можете загуглить, сколько такая сейчас стоит? Много, норм. Чат, мне нужна конкретная цифра. 11 тысяч? О, нихера себе. Что, подожди, 11 тысяч? Подожди, а что, материнки тоже, что ли, в цене поднялись? Я ее точно покупал дешевле. На CityLink почти 12. Так, дальше. Теперь мы ставим кулер. Правильно? Правильно. Чтобы поставить кулер, мне надо установить крепление. И вот это вот начинается часть геморройная. Потому что я не помню, как это все ставится. Мне снова нужна вот эта вот коробочка. Коробочка с приколами. Наверное, легче будет просто загуглить. Вот это вот что такое? Это от чего? Нет, это новый. Это новый. Это не тот. Это мне вообще нахер не надо теперь. Это можно выкинуть. Вроде бы вот это. И ты типа такой... Ты типа вот эту вот шнягу сзади ставишь... Ты ее вот так вот ставишь. И потом здесь что-то надо еще поставить. И на вот это вот что-то надо поставить уже сам кулер. Но вот эта херня не подходит. Вроде бы. По размерам она не подходит. Ну вот это вот вроде бы подходит. Так, походу мне придется искать инструкцию. Либо. А, не, погоди. Все, я вспомнил. Мне нужны вот эти вот штуки. Это что такое, я не помню. И какой стороной это ставится, я тоже не помню. Так, вот это типа оно. Да? Правильно? Ну, проще тогда вот эту будет поставить. Вот эту мы ставим. И потом мы ставим вот эти на нее штуки. Да, только другой стороной. Да, мы вот эти вот штуки ставим вот так вот. Теперь мне нужны болты. Вот этот подойдет.
Вроде подходит. Тут сборная солянка из болтов будет. Я надеюсь, это не просто какие-то рандомные болтики. Я надеюсь, они действительно отсюда. Но есть небольшой шанс, что это не так. Еще сразу прошу прощения за свою операторскую работу, если вам что-то там не видно. Теперь мне надо найти еще два таких. А проблема в том, что здесь их уже нет. Ну тут куча каких-то болтиков, но... Я не знаю, они подойдут, не подойдут. Самые разные. Тут есть супер длинные, есть не очень длинные, есть... Есть омега длинные. А, нет, я вам наврал, походу. Это была иллюзия. Здесь только мега маленькие и мега длинные. А вот! А вот оно! И вот и как раз крепление. Вроде бы. Блядь! Все, я вспомнил. Я рано впихнул. Все, я все вспомнил. Я вспомнил вообще все. История повторяется. Я слишком рано закрутил эти болтики. Получается, чтобы мне поставить кулер, мне надо что сделать? Типа вот эти вот скобы, они должны как-то... Подожди. Вот так вот вроде бы. Это сюда ставится, и он вот так вот типа закручивается. И вот это вот так ставится. Сейчас, погодите, надо сразу проверить, потому что я... Вот самое сложное, наверное, это... Ну ладно, не самое сложное, но одно из самых сложных, это, блядь, крепление для кулеров. И это, кстати, не оно. Оно ставится не так. А как тогда-то, ёпта? Блин, здесь еще нигде не написана модель этого кулера. Я бы просто посмотрел инструкцию какую-нибудь. Блядь, а у меня же телефон занят. А, ну у меня же комп есть. Сейчас, погодите. Я хочу найти видеоинструкцию, как собирается этот кулер. Noctua Cooler. Noctua Cooler. Кулер для процессора Noctua. Кулеры для компьютеров Noctua. Вот такой у меня вроде бы. Или такой. Нихера себе, а чего все комплектующие-то дорогие такие? Я их покупал за ту же стоимость лет 5 назад. Так, ну вроде бы это оно. NHU12S. Нет, это не оно, кстати. Вот оно. Вот оно. Online Trade True кулер для для процессора Noctua. Так. Вон он, короче, его разбирает. Сейчас мы будем смотреть. Подожди. Подожди, у меня таких нет. Вот, у меня... Нет, стоп, таких у меня тоже нет. Не понял. Вот такие... Или... Бля, не говори мне, что ты будешь на Intel их ставить, уёбок. Блять, он в натуре на Intel их ставит. Вот козёл. Вот, Installation. Погоди, но у них они маленькие, а у меня они длинные. А, и эта залупа мне тоже вообще не нужна, получается. Так, тогда отбой. Это мы обратно откручиваем. Лёша и вправду левша? Да, я левша. Это определенно не отзеркаливание картинки идет. О, левша? Найс. Блять, у меня здесь такой беспорядок сейчас. Он должен после этого всего запуститься с первого раза. По факту обязан. Так, куда я положил? Вот они. Вот эти штуки. Но они длинные слишком. У них они короче были. У них они прям маленькие. Подожди. Походу мне придется порыться здесь побольше. Так, ну это оперативка. Это какие-то... Это не то. Это... Болтики. Болтс. Это... Тоже не то. Это еще немножко болтс. Это вообще какой-то кусок упаковки. Это вообще я не знаю, что это. Это от наушников провод какой-то. О! Еще болтс. Ну так и все. Ну так и все. Больше нету нихуя. Каждый раз, когда я собираю пику, вот именно с этими кулерами от процессоров больше всего ебли. Блять, тут еще какие-то болтики. О, смотрите, что нашел.
реликвию. CD-диск. Или DVD-диск. Мне кажется, они как будто... Они как будто больше были раньше. Как будто маленький слишком. Так, ну я не вижу никаких больше креплений. Походу, все-таки те, которые я доставал изначально, это они. У меня просто, наверное, модель другая этого кулера. Поэтому там другие крепления. Я надеюсь. О, а вот и вторая. Или это первая. Наверное, я не знаю. Я запутался. Так, сначала мы ставим, опять же, вот эту заглушку. Правильно? Правильно. Затем мы на нее ставим вот эти штуки. Бум, бум. И теперь мы ставим типа как-то вот так, походу. Ну окей, я сначала поставлю, а потом подумаю. Я надеюсь, вы не против, чат. Против? Иди ты нахуй тогда, блядь. Что ты, самый умный, что ли? Самый важный здесь, или что, я не понимаю. ОМГ, как же он ставит? А что-то как-то оно не ставится, кстати. Я точно с той стороны ставлю? Не, ну вроде бы поставилось, но не очень, я бы сказал, надежно. Ну ладно, это просто тестово. Это мы все равно тестово пока что ставим, чтобы понимать. Чтобы иметь понимание. Да ёб твою мать, блядь. Да хва... О, окей. Ладно, я ее попробую поставить вот так вот. И буду делать это двумя руками. Как человек разумный. Да тьфу, она вообще не влезает. Мне нужны омега длинные болты, я их где-то видел. Где-то у меня были омега длинные болты. Вот, омега длинные болты. Предположим, что они как раз для этого и были созданы. Чтобы я их использовал именно здесь. Чат! Вывод какой из этого стрима можно сделать, как вы думаете? Вот как вы считаете, какой из этого стрима можно сделать уже сейчас вывод? Не теряйте болты, ты лох. Неправильно. Не собирать самим ПК? Неправильно. Покупать ноутбуки? Неправильно. Никогда не выкидывайте инструкцию. Вот какой можно сделать вывод. Стоять, нахуй. Блин, но вот эти наоборот как будто бы слишком длинные. Ну да, они слишком длинные. Вот эти вот болты. Компьютер в любом случае без винды не запустится. Нет, ну как бы он запустится. Только дальше ты ничего с ним не сделаешь. Окей, ну в принципе они встали, но... Ёп твою мать. Вы видите вот это вот? Вот это вот. Так быть не должно. Но мы все равно просто тестим. Теперь, по идее, мы его вот так вот ставим и... Да! Да-да-да! Да-да-да-да-да! Yes, of course. Yes, of course. Все подходит. Все подходит. Easy. Окей. Значит, это то крепление. Замечательно. Осталось только найти правильные болтики. То есть, эти слишком короткие, сука, а те слишком длинные. Собака. А, нет. Пижу, я их просто не закрутил до конца. Они тоже подходят. А где еще? Мне еще нужны. Так, еще один нашел. Сука! А-а-а! Здесь только один! Еще один нашел! Найс! Изи! Сюда! Минус мать? Нет, мать стойкая. С мамой все в порядке. На самом деле, когда я раньше собирал пику, типа, я был очень аккуратный, там все дела, там боялся лишний раз дунуть. Но сейчас я понимаю, что здесь как бы изначально производитель понимает, что те, кто будут это собирать все, они обезьяны. И поэтому они изначально все делают достаточно прочно. Они просто на всякий случай говорят, типа, ну поаккуратней там, если что, ладно? Так что, в принципе, тут довольно сложно что-то сломать, если только не кидать в стены там или типа того. Ты обезьяна? Все мы обезьяны. Что-то какой-то он... Процессор у меня грязный.
Его бы протереть чем-то. На нем какие-то разводы. Но я думаю, это ничего. Наверное, от этого ничего не будет. Я думаю. А, нет, стоп. Сейчас я его опять вот этой штукой протру, а потом просто надо будет сухой чем-нибудь протереть. Сейчас приду. Если вам заняться нечем, и у вас есть стационарный ПК, предлагаю вам почистить его, пока вы смотрите на фоне, как я собираю этот. Я вас уверяю, результат того будет стоить. Поднимите ваши ленивые задницы и сделайте это наконец-то. Как ты угадал, что я делаю? Найс. Найс, 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 гуд найс, вери найс. Так, получается. Теперь мне нужна термопаста. Туда я ее положу... А, нет, вот она. Вот она! Вот она! К сожалению, на кулер Noctua мы будем выжимать не Noctua, а термопасту, я надеюсь. И, кстати, вот сейчас в чате появятся самые ублюдочные ублюдки, которые будут расписывать все о термопасте, которые вот единственное, что они знают в жизни, это как надо, оказывается, правильно наносить термопасту на процессор. И оказывается, все остальные, кроме них, делают это неправильно. Так вот, я специально после прошлой сборки посмотрел видос, где типа показывалось, он и точку делал, он и крестик делал, и как он только, сука, не делал. Разница была 0,5 градусов. Типа в рандомных случаях. То есть там разницы вообще никакой нету. Единственная разница была на 10 градусов выше, когда он ее вообще не наносил. Так что идите нахуй. Вот. Так, ну это что-то какая-то большая сопля получилась. Перед нанесением новой термопасты необходимо полностью удалить остатки старой. Вы же не наносите обувной... Окей. Так. Все, теперь мы ставим кулер. ЦПУ фан у нас вот здесь. Надо его как-нибудь вот так поставить, чтобы удобнее подключать было. Блять, вы серьезно? Ее сначала, что ли, надо... Окей. У тебя донат алерт, ссылки на донат. Так все правильно. Я же стримлю-то с приложения донат алерт. Окей, теперь, значит, надо опять поставить... эти скобы. Катя, какую первую игру ты будешь тестить на своем новом ПК? Во что ты сначала собираешься играть? Айзик. Окей. Так, и мы подключаем CPU фан. CPU фан был подключен. Теперь что? Блок питания есть. Теперь надо, наверное, материнку ставить саму. Ёб твою мать, красотища какая, чат, почему вы мне не сказали, что мне надо было, ёбаный в рот, я все это сделал зря. Я все это буквально сделал сейчас зря, да? Или нет? О, нет, меня засейвил корпус. Меня корпус засейвил. Чекайте. Видите, здесь дыра какая огромная. Йоу! Эту же хуйню надо ставить, типа, когда она уже в корпусе. Йоу! И, сука, все молчат. Ни одного сообщения я про это не видел. Так, теперь мне нужны вот эти вот пеньки. Они у меня есть вообще? Оперативка? Ну да, в принципе, можно оперативку сейчас поставить точно. Вот оперативка, я не помню, какая была, но ее было вроде бы немного. Подожди, DDR4? Нихуя. Я думал, это DDR3. Так у меня охуевший ПК, получается, был. А тут не написано, сколько. Но вроде бы... Но это не 16. Вроде бы. Получается... Я один в компах, ничего не понимаю. О нет, я тупой. Братан, перестань писать в чат, пожалуйста. Никак вы, блядь, не научитесь. Ладно, я думаю, пора уже сдаться. Я думаю, пора перестать пытаться чему-то учить чат. Это бесполезное занятие.
Я просто буду собирать пекич. Оперативка стоит. Оперативку, кстати, если вы не знали, надо ставить через один слот. Потому что, когда вы ставите ее рядом, они начинают бычить друг на друга. Типа, им не хватает места в этом городе для двоих. А когда вы ставите их раздельно, работает магия. И они работают лучше. Вот так вот. Поэтому, если у вас стоят они рядом, переставьте их. Что они не поделили, но это я уже не знаю. Мое дело предупредить вас. А что там, кто там, где там, это уже не мои проблемы. Теперь возвращаемся назад. Пеньки. Где пеньки? У меня тут куча маленьких болтиков, может, и они подойдут на роль пеньков. Ой. А куда болтик делся? Да, все нормально, чат, не переживайте, я просто уронил отвертки. Все в полном порядке, все под контролем. Нет никаких поводов для паники. Окей, да, они закручиваются, все, тогда нормально. Окей, теперь надо его перевернуть. Завалил на бок, сломал ему хуй. Теперь мы аккуратненько кладем сюда материночку. Материночка была уложена. Теперь мы ее закручиваем, значится. Ну все, тут чат осталось как бы минут 10 максимум. Макс 10 минут. Вошла как родная. Ёп. Ёп. Е. Ага. Е. Ага. На недельку. До второго. Я уеду. Комарова. Там себя найти смогу я. Если часом захочу. А когда у Кати ДРЭ? 17 часов назад началось. Чат, как много здесь... А, кстати, это ее первый стационарный ПК, так что это тоже мини-покчамп. У Кати никогда не было стационара, поэтому мы только что обратили в свою веру еще одного человека. Это даже грустно. Ну, как сказать? Ноутбук-то у нее неплохой был. Да, Катя стримила с ноута, поэтому там все так лагало. А, кстати, Кать, у нас нету запасного кабеля для интернета. Поэтому либо тебе надо сбегать сейчас в ДНС и купить его, либо мы подключим Wi-Fi к компу, потому что у меня есть Wi-Fi адаптер. Но тогда ты вряд ли сможешь сегодня стримить, если ты собиралась. И тогда уже я завтра могу сбегать в ДНС. Они пиздец дешевые. Да я знаю, типа, проблема просто в том, что его нету запасного. Ну что, давай я в ДНС бегу? Сбегай сама, смотри, если тебе делать нечего. Угу. Ну, я сижу, смотрю, как ты компьютер собираешь. Да. Я не очень занята. Ну, иди, сбегай. Еще что-нибудь нужно купить? Нет. Можешь мне колу принести, пожалуйста? Угу. Там термопаста есть? Да. Термопасты у нас на пару лет вперед еще есть. Два. Арбузер? Можешь сказать конкретно, что там надо купить? Просто интернет-кабель. Так и скажи консультанту. Мне нужен интернет-кабель, желательно где-то... Чем длиннее? Нет, нет, он тебе может там метров на 20 его дать. Ну, метра два где-то, три. Можешь даже два купить. Типа один на метра полтора, один на 3 метра. Я еще в этот, получается, смогу в Литуаль зайти и тональник посмотреть. О, нет, я уронил болтик. Че это я убежала? Ну ладно, я думаю, она и так держаться будет. Там просто два осталось вот этих пенька, которые ты хер их туда загонишь. Поэтому нормально. Так, теперь. Не покупай флешку, которая идет в подарок с USB в комплекте с подпиской на Xbox, которая идет с Xbox 360. Чего, блядь? Нахуя он такой уверенный, и почему я не могу быть таким же уверенным в своих действиях с Мадги? Дальше. Наверное, надо подключить тебя. А винда купленная будет?
Да. Так, окей. Вроде бы встала. А. Аптека Руфи на рождение прислали мне 50 бонусов на лекарства. Это 50 рублей. Класс. Еще Urban Tiger 3000 бонусов зачислили. Это 3000 рублей на покупку одежды. Супер. И госуслуги поздравили. Ура! Ура! Победа! Так, получается, вот эти кабели, они мне пока что не нужны. Это типа все остальное подключать вроде бы. Вот эту вот залупу, значит, мне тоже надо сейчас подключать будет. Это всякие провода, проводочки там, вот это вот хуё моё. HD аудио. Так, что он какой-то тут пыльный весь. На полу же неудобно собирать. Ну, к сожалению, только так пока можно. Только так пока получится. Так, вот, короче, это от этой панели верхней. Они вроде бы все вниз подключаются, поэтому я зря их достал оттуда. Отстойно, что здесь нету в этом корпусе, типа, разделения вот это вот снизу. И здесь все эти провода, они просто как бы будут лежать. Но, с другой стороны, корпус все равно закрытый, поэтому этого никто не увидит. Никогда. Вот это вот кабель от чего, чат? Кто знает? Я знаю, куда его вставлять. Я знаю. Опа, я его вставил. USB 3? Вы что, тоже знаете? Так, HD аудио у нас снизу где-нибудь там должно быть. HD аудио. Weird One, спасибо за 50, сори, не видел 15 минут назад. Чё по спекам и это железо с твоей старой 5, удачного стрима меньше, чем 3. Да, это всё моё старое железо, по спекам кукурузин 2700, видеокарта 1070, вроде бы 16 гигабайт DDR4, скорость какая, я не помню. О, болтик. Ну и остальное там по мелочи, остальное там уже неинтересно. HD аудио куда вставлять? Подключение передней панели к материнской плате. Так у него вообще нет HD аудио. А вот HD аудио. Аналогично нужно подключить звуковой кабель HD аудио. Разъем под него выглядит практически так же, как под USB выходы. Но имеет другую окраску и называется либо AAFP, либо AC90. Обычно находится рядом с местом подключения USB, на материнке он всего один. AAFP? AAFP, окей, все, я его вижу. Так, AAFP. Бум. Готово. Так, это что такое? USB. USB 1.1.2. Короче, здесь есть USB 13.14 и 11.12. Чем они отличаются, чат? И в какой мне надо тыкать? Это нумерация на один разъем, два порта USB. Офигеть, у Алёши в компе есть USB-кистан. Мне стыдно, что я нахожу это немножко даже забавным. Твою шутку вот эту вот. Ну ладно, то есть типа разницы нету никакой. Короче, по рандому втыкай, это не важно. Ты в каком классе учишься? Я в 7 классе учусь. Так, бум, готово. Так, и остается только вот эта вот передняя панель. Передняя панель говна. Самая запутанная тема. Power, HDD, Reset SV, Power SV. Окей, но это мне тоже придется гуглить. Красный провод предназначен для подключения кнопки включить и выключить. Что делать, если они все черные? Правильное подключение USB. Чат, как вот эти вот называются, которых много, и они типа вот такие вот они. Вот эти вот штуковины. Как их правильно загуглить? Пины как подключать. Подключение передней панели к материнской плате. Если документы есть, то подключить пины несложно. Если нет, то на самой материнской плате вокруг или рядом с блоком F-Panel находятся подсказки. F-Panel. Блять, я не вижу нихуя. Фонарик у меня это вы. Я вижу там маленькие какие-то, малюсенькие надписи, но там хуй разберешь, что написано.
ХДД LED. Reset SV. ХДД LED был найден. Reset SV был подключен. Дальше. Power LED плюс, Power LED минус. Как правильно вставлять пины в разъемы Kia и Hyundai? Дополнительный карман в багажник из сетки. Опускание бокового зеркала при парковке задним ходом. Батя Бегемотов, спасибо за 50. Привет, чат. Надеюсь, Лёша не заруинит комп. Я тоже на это надеюсь. И я, кстати, вот после этих слов колу немного уберу подальше, чтобы она не упала на всякий случай. Блин, здесь толком нормального объяснения нигде нету. Куда вот Power SV впихивать надо? Я вот ебу. Окей. Придется мануал гуглить именно этой материнки. B450F Gaming. B450F Gaming. Мануал. Ёб твою мать, 88 страниц. О! 10. Блять, и там не подписано. 10 System Panel Connector. А вот, походу. А, нет. Во, нашел. Окей. ХДД LED. Плед? Какой нахуй плед? У меня нету никакого пледа. Чё он несёт? Какой плед? У меня есть... А, Power LED? Погоди. Так там еще один Power LED есть. ХДД LED. Ресет. Ой, сука, ты заебал! Что ты за черт? ХДД LED. Окей, да, эти были правильно подключены. Вот Power SV. Куда Power SV подключается? Плед плюс, плед минус. Power LED плюс. Так, Power LED плюс подключается сюда. Так, а Power LED минус подключается куда? Туда. И теперь остается последний. Power SV. Power SV у нас подключается... И причем это самое главное, это которое отвечает за кнопку включения-выключения. И тут хуй поймешь, куда он вставляется. Вроде бы я разобрался, но если он не включится, то это, скорее всего, вот как раз из-за вот этого вот маленького момента. Ладно, с этим мы покончили. Пога-чампа. Теперь, что еще надо сделать? Видюху вставить? Так мы почти закончили так-то. Реально почти закончили. Самое сложное уже точно позади. Ну да, получается, видюху сейчас ставим и жесткий диск, и все. После сбора пики будешь стримить. Я говорю, я, скорее всего, сделаю прямо сейчас альт-аккаунт какой-нибудь, где там, типа, может, буду иногда без вебки, без микрофона стримить, так чисто, когда буду играть сам. Ну, может, иногда с микрофоном. Но, типа, на основе сегодня не будет стрима уже. Ну, точнее, вы его сейчас смотрите. Видеокарта. Блин, так классно, когда они маленькие. Как же это оказывается удобно. И мы ее вставляем. Видеокарта вставляется. Бля, она туда не влезет. Тут корпус странный. Ой, блядь, а здесь провод этот мешается. Сука. Ей, походу, сначала его надо выключить, видюху вставить, а потом уже включать. Не хочет вылезать, падла. Сука, он жирный пиздец, он мешается. Так, ну она зашла, но не до конца. Ей что-то там мешает. Провод ебанский ей мешает, походу. Эх, да ты заебешь. Вставляй, кому говорят, блядь. Все, встала. Встала, чат. Стоит. Она стоит. Так, теперь ее бы надо здесь закрутить. Вот здесь вот, чтобы не болталось. А чем закрутить? Вот этот болтик подойдет? Случайный. Походу не подойдет. Ну так-то она... Ну нет, она болтается. Что-то с этим надо сделать. Оп. О, все, нормально. Теперь поустойчивее. Видеокарта есть. Процессор есть. Кулер есть. Оперативка есть. Болт питания есть. Чё ещё? А-а-а, я же этот кулер не подключил, точно. Я его почистил и забыл подключить.
HDD. Нет, HDD не будет. У нас только SSD. Да не, ну так-то реально, HDD это пиздец. Это... Ты если попробуешь SSD, ты все, ты не перейдешь на HDD. Я не помню, когда у меня последний раз вот стоял. Ну, вот когда я пользовался вот этим компом, у меня тогда и последний раз и стоял HDD. При том, что SSD-шники уже даже не такие дорогие. Точнее, даже не то, что не такие дорогие, они примерно столько стоят, как и HDD. Там, ну, типа, может, процентов на 20-30 дороже. А при этом прирост производительности, там, в несколько раз. Чем отличается SSD от HDD? SSD, они меньше, как бы, ну, в физическом плане, они сами по себе меньше, они такие толстые. Но это не самое главное, они в несколько раз быстрее, чем SSD. То есть все, что у тебя будет на SSD-шнике установлено, оно будет запускаться в несколько раз быстрее. Ты будешь копировать файлы быстрее, типа удалять файлы быстрее. Короче, классная тема. Рекомендую. Так, теперь мне нужен еще один CPU-фан. Это вот CPU-фан. GRB-RGB-хедер. CPU-опт. Что значит CPU-опт? А если SSD под Windows, а HDD под игры, то норм? Ну как бы да, но желательно вообще от HDD избавляться. Optional. То есть, короче, подходит. Теперь вот это вот, вот эти макароны. Что с ними делать? Надо подключить видеокарту, как минимум. Сначала два подключим, а потом подключим вот тебя. Теперь вот эти шняги. Эти шняги точно будут нужны для жесткого диска. Ну и да, получается, все, жесткий диск остался, и мы готовы. Как-то даже я удивлен, что так быстро получилось. Так, вот такой вот Катя себе жесткий диск приобрела. Samsung 870 EVO. Мое, значит. Его, значит, мое. 500 гигабайт. Not great, not terrible. 500 маловато? Ну, там не проблема, что докупить еще один, поставить его. Сморч! Так, вот такой вот у нас SSD, маленький такой, приятный, опрятный. Неплохой такой SSD. Такой вот у нас маленький, компактный, приятный SSD. Product of China. Сделайте удивленное лицо. Вообще его как бы можно здесь закрутить, но я особо не вижу в этом смысла. Он типа он не будет вот так как-то висеть, или вот так он просто лежать будет. Поэтому никогда он не денется. Поэтому ничего я с ним делать не буду. Хотя ладно. Это медленный SSD, там SATA 3 только канал. Ок. Не, у меня у самого-то не стоят вот эти вот NVMe, или как они там называются. Хотя, наверное, стоило бы вот как раз для винды поставить. Хотя что-то я не то, походу, закрутил. Только не бери дешевые NVMe, они по скорости такие же, как обычные SSD. Не, я пока и не собираюсь брать. Тут как-то странно. Ты когда вот делаешь один, он как бы... Он влезает здесь, но не влезает здесь. А если ты этот подвинешь, чтобы он влезал, то тогда он не влезает здесь. Какая-то мистика. Порт, походу, для HDD. Скорее всего. Подожди, 2 часа стрим идет. Так-то за 2 часа уложились. Ну, плюс-минус. Там еще, типа, монитор подключить, клавиатуру. Блять. Он из-за болтов не влезает туда теперь. Ему болты мешают, сука. Я объявляю... Сборку ПК... А, нет. Шпоник. Так. Этот подключен. И мне еще один SATA кабель нужен. Сильно насчет кабель менеджмента я париться не буду, потому что все равно это никто не увидит. Он корпус закрытый будет, так что... Мы сделаем вид, что здесь очень чисто. Очень убрано. И вообще все раз прекрасно. А главное, чтобы вот эти провода не задевали вертушки. Засим я объявляю сборку законченной. Кажется. Как-то слишком просто. Но это еще не все. Это только начало. Сейчас надо крышки все закрыть. И пойти в другую комнату. Подключить монитор. Установить Windows. Проверить вообще запустится ли он. И когда будет установлен Windows,
А раз это SSD, то должен он установиться быстро. Тогда уже мы можем констатировать победу, чат. Так, закрываем крышку гроба. Лучше, чем новый, я считаю. Единственное, что, конечно, здесь маловато кулеров. Здесь один. Здесь корпус такой, здесь ты больше ты не поставишь, в принципе. Но зато здесь забор воздуха спереди лучше, чем, например, даже на моем корпусе. Ох, тут какой он сразу тяжелый стал. Блин, тут так кабелей сзади мало, тут прям такая чистота, красота. Это что такое, блядь? Хочу себе такой корпус. А корпус-то как раз здесь самая дерьмовая часть всего ПК. Он старый, весь царапанный, весь битый. И на нем наклейки, которые ты хер отклеишь. Как новый? Ну, потому что у вас картинка шакальная, он, наверное, кажется как новый. Блять, это что такое? Сука! Так это хорошо, шрамы украшают компьютер. Не, ну, в данном случае, да, для меня это скорее, это память. Типа, если такой покупать где-нибудь там подержанный, то для вас это просто будут вмятины. Для меня это... Я помню, как я его только, блядь, не возил. Я когда переезжал в Челны, мне батя дал на переезд... А нет, он мне на билеты, на плацкарт, на поезд дал... 3000 рублей, что ли? И денег тогда у меня вообще не было. И я решил, что я схитрю и поеду не плацкартом, а сидячим вагоном. 24 часа. Со всем своим хабаром. Зато тот билет стоил 800 рублей. То есть я сэкономил там где-то в районе 2000. И я бёс вот этого вот парня. 24 часа с собой. Он у меня еще под ногами стоял. То есть я еще сильнее там скукоженный сидел. Потом еще в авто... А, да, я приехал в Казань. Его засунули в багажное отделение в автобусе. Когда я его высунул, вот эта вот вмятина появилась. Потом еще я его с деком отправлял. Там тоже пришла вся побитая коробка, но он, на удивление, был целый. Что только, короче, с этим корпусом не было. Так, все. Собран, готов ко всему, к труду и к обороне. Мне нужен, я где-то здесь видел кабель... Кабель. Вот такой вот мне кабель нужен теперь. Так, сейчас чат приду и отнесу вас с собой. Здравствуйте, чат. У тебя наклейки вверх ногами. Есть такое. Вы посмотрите на это. Какой тут беспорядок. Окей. Все, теперь я вас несу в комнату, где мы будем ставить пекич. Пекич мы будем ставить в данной комнате. Вот монитор, который, как оказалось, лучше, чем мой. Катя себе выбрала, так еще он и дешевле оказался, чем мой. Так, я тогда вас как-нибудь вот здесь поставлю. Только единственное, что я чат сейчас... Наверное, видеть буду только минут через 5, пока, блядь, у меня телефон прогрузится. Окей, пока что я его вот так поставлю, потому что ближайшая розетка свободная, она вот там. О, нет, он что, не дотянется? Блядь. Нихера себе, у него такой же кабель подключения, как у блока питания. Я ща блювану. Чего? А, здесь чат повис. Это, походу, старые сообщения. Окей, ну, короче, видимо, чат я не могу вас читать пока что. А, я же вот так могу сделать. Во! Так, наверное, получше будет. Так, я почти все установил. Класс. Ты вовремя пришла, мы сейчас затестим. На интернет-кабель. Один купила? Да. Надо еще один? Ну я же говорил, на всякий случай два возьми. Ты сказал 2.3 метра, два на всякий случай. Я сказал, Катя, два кабеля на всякий случай. Ну ладно, 3 метра хватить должно. Извини. Хорошо.
Там все то, что народные дружины посыпали песком, оно сейчас растаяло, и там скользко и грязно. Отвратительно просто на улице. Я, короче, переходила дорогу. Там было покатое место, и я попала в ловушку. Я понимала, что если я отцеплюсь от трубы, то я просто упаду. И упаду на дорогу. Так, а почему он не подает никаких признаков жизни? Где у него кнопка включения вообще? О! Так, окей, это монитор заработал. Так. Так, Катя, я ворую у тебя мышку. Ага. Нет, это монитор чат, это не... Это не ком. Аккуратнее, сейчас Ярик снова завершит ставку. Я не хочу последние 50 тысяч приколов потерять. Ты 50 тысяч приколов поставила? Да. В надежде, что Ярик, зная то, что компьютер без винты, завершит как нет. Точно не запустится. Это Рили мой Моник? Нет, это мой Моник. Нет, это Катя Моник. USB был вставлен. Так, сейчас сразу принесу флешку. Сейчас золотое яблоко, оказывается, не жрет ко дню рождения промо-коды. Промокоды. Это восхитительно, Катя. Это грустно. Итак, здесь вроде бы должна быть винда и... Бум. Итак, чат. Кажется, мы готовы. Я вижу, что-то там светится. Питание пошло. Итак, вы были здесь. Включится или не включится? Пекич, который пролежал 2 года на балконе. Я хочу узнать, я останусь нищей на свой день рождения сейчас. Момент истины. Буду приколовенным бомжом. Вроде я все подключил, вроде должно работать. А, стоп, клавиатуру надо еще включить. Я думаю, она светится должна. Наверное, когда включится, да? Наверное, когда включится. Итак. Есть что-то. Что-то есть. Он шумит. Он включился. То есть я теперь прикольный бомж. Нет, он включился. Ты поставил, что он не включится? Да. Так я в Ярика не верила, он снова там что-нибудь понажимает и все. Нет, ну погоди. Он не включается? Ну комп сам включился. То есть тут горит огонек, он шумит. Может, он сейчас пока думает. Привет, чат. Он обязательно включится. О! 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 Я прикольный бомж в свое день рождения! Так. У-у-у, сюда! Сюда! С этого момента называйте меня программист. Что ж, чат, в свой день рождения я стала прикольным бомжом. Ну а какого хера ты ставила против меня? Так я-то думала, там Ярик, он нажимает что-то снова. Это Ярик виноват. Ты виноват. Ярик виноват. Клавиатура не работает. Как мне нажать F1, если клавиатура не работает? А ты ее правильно включил? Ты до конца провод воткнул? Наверное. Не знаю, сколько здесь его до конца надо втыкать. Дай. Как я умею включать клавиатуру. Уверен? А. Я же говорю. А-а-а. Окей. Ну чего ты не умеешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, мы сразу вот это поставим тебе. Super Rush Goal. Я пойду пока искать промокод на золотое яблоко. Ой-ой-ой. А дай мне телефон, чтобы я чат смотрел. Ага. На, смотри. Там Ярик гнобят. Так ты мог просто ноутбук взять мой. Так, чат, Ярик здесь ни при чем. Все анбеливеры сами виноваты. Чат, Ярик тут при чем? Катя, сыц. Да к нему доверие. Катя, сыц. У меня 17 тысяч приколов в мое день рождения. Ты
сама виновата в этом. Так, boot option. Boot option 1. Надо поставить... Надо поставить UEFI. Вот это вот надо поставить. F10. Окей. Катя Торч. Да, Катя прикольный Торч. Погоди, а что он запускает? А что он запускает? А, все нормально. С твоего телефона кажется так, будто у меня на столе не композиция, а срач. Катя, это и есть срач. Это не срач, это композиция. Нет, это называется срач. От того, что ты называешь это композицией, это не перестает быть срачом. Скажи мне код, который пришел на телефон. Так его же нельзя никому говорить. Так это от AliExpress. А, от госуслуг? Именно оттуда. А, с карты, да? Прыгну. Да, да, да. На, короче, забери телефон. Тебе больше не интересно? Отдай его потом просто. А, окей. Ребят, вы не интересны Лёше больше. Так, ты меня бесишь. На. Там же нету в той розетке интернет-кабеля? Нет. А вот здесь хотя бы где-нибудь есть розетка с интернет-кабелем в этой комнате? Скорее всего, под телевизором. Нет, это-то я знаю. А как мы теперь на телеке что-то смотреть будем? Хороший вопрос. И как ее вообще вытащить отсюда? А, она не вылезает. Ёб твою мать, вот где-где я не думал, что возникнут проблемы, так это с тем, чтобы вытащить интернет-кабель. А вот все. Проблема в том, что здесь только один интернет-кабель на всю комнату, и он будет нужен для Пекича. Вот этот моментик мы не продумали. Бум. Бум. Обновление, установка Windows с сохранением файлов, параметров. Выборочно. Только для опытных пользователей. Так, создать. Применить. Чтобы обеспечить корректную работу всех возможностей, Windows может создать дополнительные разделы для системных файлов. Ок. Далее. Все, винда устанавливается. Что ты сделал? Что она сделала, чат? Она установила Fallout? О, нет. С модами. Маршрут перестрой. Ты что там делаешь? Да так. Ты мне Genshin устанавливаешь на телефон? Не надо. Ладно. Что за... Почему тебе только что 300 приколов дали просто так? Это компенсация. На день рождения. Кэшбэк с тех 50 тысяч, что я сейчас потеряла. И нормально у меня все на столе, никакой это не срач. У меня нет на столе срача. Там все красиво. Ставлю класс пшикалки для цветов. Не дотянешься. Ты что делаешь? Я дотянулась! Я очень давно хотела это сделать. Ты же говорила, там какая-то грязная вода. Нет, там уже давно нет грязной воды. Говорила ей, чтобы ты в меня не пшикал. А как ты сделала так, чтобы у тебя смайлики отображались из... Я просто кастом клиент установила. А он из 7ТВ тоже их показывает? Да. А на iPhone такого нету. Не, ну вот это, кстати, реально имба. Ты давай там начинай убираться, это все убираем, шестец. Тебе туда ставить это все будем. Эх. Че у меня тут так грязно? Дай мне. Это я свет включил. Это у тебя всегда так грязно было. Ты просто этого не видела. Всегда у меня так грязно. На тебе набор. Нет, он зачем? У меня телефон есть. А, кстати, да, если вы сейчас донатите или сабаетесь, то это не воспроизводится на стриме, сори. Но я прочитаю, когда мы в ту комнату пойдем, я все прочитаю. А, еще стрим может рандомно выключиться, потому что телефон сейчас не на зарядке стоит. Наверное, это надо исправить.
Жесть, телефон горячий. Ё-моё. Блин, я теперь тоже хочу. Это же 2К разрешения уже получается. Да. Ну да, ты-то откуда знаешь? Потому что я его заказывала. А ты, ну, ты же не можешь... Тебе откуда знать, работает оно сейчас или нет? А, ну сейчас я не знаю. Ну вот, и об этом я и говорю. Настроить по параметрам. Чат, я вижу то, что вы меня отмечаете. Я не вижу, что вы пишете. Я убираюсь. Не понял. Кто что отмечает? Не, ну меня там кто-то, это самое, пингует, что-то хотят мне сказать. Чего они сказать хотят? Не знаю. Они пишут то, что мы не знаем. А где пылесос? У меня в комнате. Ну, потом. Сейчас я это все установлю. Эх, этот ноутбук, который очень забавно наклеил наклеечками, получается, все. Ой, а что, у него что-то отвалилось. Чат, посмотрите пока на мой ноутбук. Очень заботливо обклеенный наклеечками. Так ты поближе покажи, чтобы видно было, что за наклейки. Вот. У меня очень много наклеечек. Я очень люблю наклеечки. У меня еще где-то полкилограмма наклеечек лежат. Кринж! Там кто-то люто кринжанул с наклейки. Потому что он не понимает ничего. Привет! Надо попросить прикола в долг. Это же убого смотрится. Братан, дай угадаю. Как твой корпус выглядит? Вот такой типа весь черный, с красной полоской, с ЛГБТ-подсветкой. Настоящий геймерский корпус. Потому что ты настоящий гейм. И с этими еще с пиками точенными, и хуями точенными. И чтоб это все светилось. Множество ощутительных функций. Которые я все отключу, как только доберусь до него. И я сказал, стартуем. Ну что, все, готово? Это твой первый стационарный пекич. Наконец-то. Twitch. Twitter Roblox. twitch.tv/Улёша. Ты хочешь подписаться на себя? Моего аккаунта? Так. Он шапку загрузил сайта, типа интернет есть. А сам стрим не грузит. Ты забанен на Твиче, все. Смотри, сколько оперативки. Нам показывал, там 16 было. Да, 16. 16 гигабайт оперативной памяти. То есть больше Айзек у меня лагать не будет? Ну, Айзек у тебя точно лагать не будет. Надеюсь. И, ну вот он Яндекс типа загрузил. Но... Ну, такое себе загрузил. Ну да, он что-то как-то наполовину его загрузил и забил. Может, нормальный браузер поставить? Windows не удалось автоматически обнаружить параметры прокси этой сети. Ну это такое бывает, это, надо либо подождать минут 30 после первого включения, либо перезагрузить его, может, нормально будет. Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным обстоятельствам. Она же там уже и так. То. Так-то да, она же вроде уже там была. Перехотела, походу. Не понравилось. Я думаю, это ссылка была. Это как если бы тебя в ГУЛАГ отправляли, а ты такой, не хочу. И они такие, ну ладно. Ну короче, главное, что все работает. Моя задача здесь вытолкнуть. Дальше там Катя себе все сама установит, что ей надо. Ну ты это ОБС не поставь, установи там. Ну, сейчас ты это все пока. Переставить все равно на компу и на стол надо. Так, чат, а мы отсюда уходим. А это ты мне на стол компьютер поставишь? Ну, сейчас я все к себе отнесу, потом поставлю. В очередной раз вы убедились, чат, что... Я программист. Самый настоящий.
Ну, здесь, короче, слишком срач, чтобы сейчас что-то делать там еще. Поэтому я ничего сейчас делать не буду. Я на этом чат вырубаю данную прямую трансляцию, данный прямой поток. Альт-канал я, может, сегодня позже сделаю, в чат название прокину, а может и не сделаю. Вот. Собственно, на этом у меня все. Хотел бы поблагодарить себя. Я молодец. Я справился с поставленными задачами. Также я хотел бы поблагодарить себя за то, что я сделал все очень быстро. И... А, кстати, донаты точно. Там же еще кто-то что-то, наверное, закидывал. Вирдуан, спасибо за 50. Спроси у Кати, какие свечи на клаве плес. Кать! Ты знаешь, какие у тебя свечи на клаве? Это... Что за вопрос? Значит, ты не знаешь, какие у тебя свечи на клаве. Она не знает, какие у нее свечи на клаве, Вирдуан. Физер, спасибо за 150. К сожалению, не могу сейчас толком насладиться стримом. Запись же останется, и с днем рождения, Катю. Да, запись останется. Да, Катю, с днем рождения. Ну так что, именинница, иди сюда. Это именинница. Она тоже стримит на Твиче. Модераторы, пожалуйста, прокиньте ссылку на ее канал. Вот. Ты сегодня будешь подрубать? Угу. Значит, сейчас я все сделаю, все настрою. Ну вот, она, короче, попозже подрубит. Так что заходите, поздравляйте. Да. Тудым, сюдым. Если она успеет сегодня подрубить. Угу. Потому что я в этом не уверен. Если не успеет, то завтра. Да. Я тоже завтра подрублю, как обычно. Короче, все. ББ.